Приветствую всех зрителей канала в игрушке Breakfast. Продолжаем с вами прохождение спустя недельный отдых. Так, что, дадите сразу прокатиться? А, это у нас заезд с этим, с чувачком. Блин, нет, давайте сначала немножечко что-нибудь менее агрессив. Да. Так. Ну, вроде как, точка у меня неплохая, насколько я помню. 6-6-12. Поехали. Немножечко на расслабоне поиграем и потом уже зайдем в гости к автомобильному боссу. Немножечко отыграем у него тачку. Но, насколько я помню, это будет немножечко напряженно, но если бы он еще умел ездить. Потому что если здесь ничего не менялось, никаких доработочек там, патчей не выходило конкретно на этого босса, то проблем вообще никаких не будет. Кроме долгих загрузок, естественно. Это что такое? Ты что себе позволяешь? Там же еще 40%. Так, тачка, неплохая тачка. 19 место. Вот это я понимаю, вот это кайф. Так, ну так как у нас круговая гонка, придется сразу же... Нет, блят, какой же ты урод. Придется сразу же на внутренний круг уходить и завоевывать себе лидирующие, мать их, позиции. Пошел ты нахрен. Блин, ну, не знаю, у меня тачка в круг бронирована, он что-то пытается. Так, первый. Первый у нас едет с большим отставанием от даже второго, не говоря уже про нас. А третий круг у нас сейчас начнется. Так, есть один момент. Если мы сейчас догоним последних, если они сейчас догонят последних, точнее, вот конкретно вон тот... Чё это он? Я его там еле коснулся. Так как они едут все по одной траектории, то у меня будет большой шанс его обогнать, потому что он будет затормаживать перед ними. Но вообще у меня еще три круга, как бы. Есть шанс, что мы и без этого обойдемся. Кстати, а ну точка, что в прошлый раз показал нам себя неплохо, что в этот. То есть, как бы, уверенно держится на трассе. Сук. Гандон. Не мог нормально проехать. А здесь бывает иногда, что урежешься и нормально проедешь, то есть как бы машина не развернет. А бывает то, что произошло сейчас. Не отгадаешь. Так, ладно, опять-таки я на пятой позиции, но полтора круга. Так, ну я думаю, что успеем как бы хотя бы третью позицию это занять. Оно мне надо. О, да ладно. Четвертый. Отлично, все. Сук. Давай, разгоняй меня. Шестой круг. Еще лучше, отлично, все. Вытолкали меня, короче, на первую позицию. Они там веселятся. Так, первая позиция, все великолепно. Сейчас у нас еще 6 кругов, потом еще 6 плюс 6 за раз. Че, заставочка не будет меняться, что ли? Так, ну, ребят, ну 6 кругов впереди, давайте кто-нибудь. Ой. Это что за жучки? Ну, подождите, ну, ребят. О, вот этого сейчас отлично. Нет, сук, поздно. Вот как раз-таки здесь получилось выправить машину. Удачи. Я хочу...
Вот так вот на повороте идеальненько. Не, ни хера. Выпрямился обратно. Надо. А, во, не, все нормально. Надо разворачивать так, чтобы они потом проблемы доставляли остальным гонщикам. Ты не хочешь доставить эти проблемы? Да сук. Что за вот эта тачка оранжевая ездит? Типа такая же, как у меня, что ли? Так, ну там по броне такая же, как у меня, так что нет особого смысла. Так, Малкон. Это что, это все? Готовый? Да, готовый. Так, блин, хочется немножечко с ними как-то поконфликтовать, так сказать, на дороге-то, с одной стороны, а с другой стороны здесь нету ни поворотов, ни срезок, ни хера. То есть если мы сейчас начнем что-либо подобное проворачивать, то не факт, что мы останемся на первой позиции, а оно нам нахрен не надо. Тем более, что впереди еще 12 кругов. Опа, сзади меня едет второй. Или это не второй? Последний круг. А, вот, вот он едет. Да какие же вы уроды, блядь. Нихера. Хотя бы вторую позицию заберу. Так, хрен с ним. Никаких перезапусков. Увалим в конец гонки. Так, ну я, кстати, надеюсь, что мне здесь хорошо заплатят, потому что 8 тысяч. Здорово, молодой. Как твои делишки? Так, либо-либо. Либо мы его сейчас... Почему бы и нет? Почему бы нам не сломать ему всю статистику? Сразу, так сказать, со старта. Ну, если он не приедет первым, то... В этой гонке у нас все будет замечательно. Идеально просто. Сразу практически половину. Ну, там добьют. Можно хер забить на него. Так, 12 кругов. 12 кругов счастья у нас впереди, а впереди уже 10. Гунза, иди. Иди отсюда. Так, ну вот мы с тобой и остались один на один. На повороте или так его возьмем? Давайте-ка на повороте, чтобы получше было. А, сука, слишком много скинул. Так, давай, не подведи. Просто идеально. Вот теперь идеально. Вот теперь мне это нравится. Если у нас повторно еще раз обойдет, можно будет просто добить. Что там написано? Данила Гост. А ну-ка, давай-ка создай проблем. Отлично. Ну хотя бы так. Не прям отлично, но хотя бы. Куда деваться? Пик. Что теперь? Блин, только пятый круг. Чудя. Ну, блин, можно, конечно, догнать. А, этот сучонок на третьей позиции катится. Бля. Нет, 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 не туда. Хотя как бы можно забить хер и все-таки пытаться догнать по самому. Он едет, все отлично. Так как у меня впереди еще 7 кругов. С шестым только начатым. То в принципе, мне кажется, я там на два... Не на два, на один круг кого-то догоню. Он перегонил. Тем более, что вон там у нас кто-то катится. Кто-то уже видит в зеркале заднего вида приближающуюся кончину. Я просто представить себе не могу, насколько это обидно, когда ты катишься последним, и тебя обгоняет первый. Вот это вот.
ощущение истинного наслаждения. Так, вот. Ох, где она? Стоять, это что? Это этот, что ли? Малком? Это его тачка. О, нихера, вся толпа здесь. Кстати, был сейчас интересный момент. Это Blaster XL из Fatal 2, тачка Фрэнка Малкова. И там он достаточно тяжелый. Здесь я его на тачке этого Картера развернул, причем без особых усилий. Точнее, не развернул, а так немножечко помучил. У, какой маленький. Словил? Словил. А это что такое целый? Ни хера себе. Там братишка-то твой показывает как надо. Как я... Короче, это моя любимая тачка при этом прохождении. До этого у меня был Гремлин, теперь это. Хотя хер его знает, я пока что того не открыл. Вполне возможно, что я потом перекинусь на него. Драйвер. Чё, как там Джерика? Розовый пикап, вот это я понимаю, просто парень заявил о себе сразу же, как только вошел в гонку. 7 секунд у нас, тем временем 8 секунд отставания от второй позиции. Энди Вальхалла. Так, ну что, перед финишем-то херня пострадала. Хера у него там. В левую бочину поймал пацан. Ну, почти 10 секунд отставания. Неплохо, кстати. 11 тысяч за это нам дали. А, нет, стоп. Или это 11 тысяч у меня всего? Да, блин. А я тоже кайфануть хотел. Так, 200, 800. О, вот есть еще 200. 600, блин, 600 это слишком дохрена для сегодняшней серии. Ну нет, я помню эту тачку. Блин, как джип может быть таким легким? Так, 143, 234, кстати, неплохая тачка. А почему ту тачку нельзя взять? Она тоже вроде как А-класса, а эту можно. Например. Конечно, очень интересно, но я бы... Хотя, нет, однозначно нет. Блядь, вот это дилемма. Если там у нас дерби. Эта тачка не бронирована. Та тачка херня полная. Кстати, из всех забронировано только вот это со всех сторон. Тут тебе и внутренний каркас безопасности. Ну, кстати, он здесь внешний. И боковой. Бронь-лист. Сзади, спереди все присутствует. Давайте, давайте, я хочу ее. Пускай будет. Так. Уехали. Насколько я помню, в гонке мне эта тачка не особо зашла, но вот в дерби будет интересно проверить. Обычно я беру массивные какие-то машины для дерби. Как вы знаете, у нас есть даже две любимых в этой игрушке. По крайней мере, две неубиваемых. Так, все, бросаем. Так как у нас все-таки не броневичок как таковой. Как таковую мы ее делали все-таки для гонок. Сейчас будем ездить и вылавливать вот таких вот маленьких заблудившихся. Блядь, нет, только не в лобовую. Только не в лобовую, ребятки, не вздумайте.
Проходите брекфаст, используйте тактикульные возможности, в том числе и в дерби. Не забываем, что здесь наша цель остаться единственным выжившим. Ты опять мне попался, что ли? Мне это кажется, или это тот же самый? И, блядь, я его не добил. Так, ну у меня минус один хп пока что с самого начала. Есть повод для гордости, как говорится. Ах ты, сука. Так, это что, это такой же, как... Или стоп, или это... Не, по-моему, такой же, как я. Блядь, забрали. Тебя заберу, херли, нет-то. И не забрал. Ну, замечательно. Минус 2 хп сначала заездил. И еще минус 2, все замечательно. Ой! Ой! Не трогайте! Да ты сука! А скольки мне там вообще завалить-то надо было? Скольких мне надо забрать? 13 осталось гонщиков. Ну, надо бы уже начинать. Блин, у меня хороший запас прочности. То есть как минимум 2 прямых попадания лобовых я могу выдержать. Ну, наконец-то. Еще 2 мне надо забрать. Блин, так мать твою, говно собачье. Слуг. Вот это. А, минус 1. Ну, кстати, боковая броня защитила. Сделала свое дело. Блядь, что происходит? Они что-то по кругу жопой катаются. Еще один боковой удар, минус 2 хп. Блин, а мне определенно нравится защита этой тачки. Как бы там удар-то не слабый был. Блин, это несправедливо. Вот так вот ты разгоняешься, разбиваешь кого-нибудь, а потом его забирают. Внешне эта тачка разбивается гораздо сильнее, чем по запасу прочности. Опа, а кто это у нас такой тут? Блин, это система GTA-шная. Типа, если машина загорается, то тогда уже все однозначно, ты дальше не поедешь. А типа, до этого момента у тебя двигатель там может... ехать не то что в салоне, но уже и ближе к багажнику. А похер, будем кататься. Ай, блядь, дисквалификация. У меня начинается дисквалификация как-то. Ну, теперь все нормально. Есть. А сколько? Трое осталось. А. Минус 1. Ну, давай, кто кого. И убежал. Ну ты посмотри на него. А ну-ка не трогай, я хочу вас обоих забрать. Ну, сука. Давайте-ка отпустим его. И вот здесь... Да ты сука! Я хочу тебя забрать. Так, то есть я преследую его, а он преследует там кого-то другого. Променял меня, сука. Где ты? Тебя сейчас дисквалифицируют, если ты... не сблизишься со мной. Шестерых забрал. Накидал там немало. Все, сейчас мы уже можем с вами немножечко проявить себя. 6 кругов, ебать. Я тачку не выбрал. А мне ее, скорее всего, дадут. Ай, блядь. Car Crusher. Блин, а покрасить ты ее хотя бы? Ну ладно. Вообще без вариантов. Да красная моя, что ли? А не, нихера не моя. Так. Что-то я здесь... Нихера я здесь. Ага. Ага.
Ну давай, покажи. Блин, а это точно то? Что-то я не помню. По-моему, это не то. Или то, а нет, то. Ах, блядь. Ну я точно помню, что он будет пролетать повороты. То есть, как бы, если это тот самый босс, то это будет великолепно. Ну, блядь, ты посмотри, как он рвет, а? Ебать, капот. Ну давай, давай, допусти ошибочку. Охуеть. У меня левая бочина просто вся красная, судя по левому нижнему углу ебаному экрана. Ох, не... случайно вырвалось, ребят, не обращайте внимания. Так, да ладно, неужели не получится? Блин, ну здесь ебать. Ой, блин. Я не был готов к такому эмоциональному потрясению. Прошлый раз, когда я проходил, я его с первого раза отымел. Потому что он просто выезжал за пределы трассы. А здесь он что-то показывает нам здоровенный болт свой. Либо-либо, короче, я начал говорить и... А чё? Чё не поворачивать-то вовремя? Выбивать его в самом начале. А, да ладно, все-таки сучонок ты тот самый, да? Ну все, давай, до свидания. Это, кстати, любопытный такой лайфхак при прохождении, потому что изначально мы его... Как бы, как вы могли заметить, на первых 2,5 кругах мы его даже не догоняем. Но при этом это не значит, что нужно там выйти из гонки. Просто при первом прохождении Брекфаста я, ну, держал его в поле зрения, скажем так, и видел. А хотя, блин, ребят, если что, так можно, наверное, отснять этот момент в... У меня вроде осталась еще та сборка, так скажем. Сборка от разработчиков. И отснять вот конкретно эту гонку там. Короче, он дохрена резвый, и он постоянно съезжал за повороты. Собственно говоря, здесь мы это и наблюдаем. Так, мне дали там за один круг, а мне нужно 3 круга проехать первым, чтобы все по красоте закончить. Ага, граница у нас здесь. Интересно, а эта фигня дается на каком-то определенном месте или на том, где я его обогнал? У нас с вами финальный круг впереди. И тут нам придется попотеть, потому что там что-то сзади катается. Короче, главное самому ошибки не допускать и ждать, пока он тире наш оппонент. Допустит их первым. Ох, блядь, сзади катится, сука. Ну что, научился проходить этот поворот, что ли? Чистой круг. Финиш. Ух, нифига себе, какой дрифтинг. NT Star. А что, он нас не догонит? Вот у меня гонщик, по идее, катится уже. Ну да, здесь я вылетал, он там проехал. 253, 303. Ну, у него на 50 там. Что за звуки там? На заднем фоне. Они типа после финиша катятся, что вот он почти круг проехал, и этот его еще не сделал. Он катится. Я так догадываюсь, что вообще на нейтралке. А че я там тогда старался?
Так, нам дали ту точку, которая у нас, на которой мы сейчас отрывались. Кстати, хер его знает, вообще пригодится она нам, нет, в следующих заездах. Блин, впереди у нас... О, да. Че это такое? Это дерби? Разрушение аварии. Уебат. Ребятки. Какое замечательное начало следующей серии. Потому что на этом моменте мы с вами прощаемся.